Всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня у нас на обзоре, так скажем, техническое изделие. Я не помню, была ли у нас какая-то техника, но решил записать обзор мои старые наушники айфоновские, которые служили очень-очень долго лет, и было принято решение о переходе на беспроводные. Ранее пользовался с Bluetooth наушниками, но другого формата, а именно таких не было. И взгляд упал вот на i12 TWS. Это Китай, это фабричный Китай. Стоимость их в районе 500 рублей всего лишь. И что мы видим на коробке, то есть ТВС-стереосистема i12 версии, у меня у жены i9. Так, здесь мы видим другую информацию, то есть это автоприсоединение и даже восприятие Siri. Здесь то же самое. На оборотной стороне мы видим внешний вид, цветовую гамму, как я уже сказал, Made in China, и характеристики. Работа 40 минут, 2-3 часа на разговоре. Версия 5. Значит так, открываем. Здесь у нас ничего нет, и встречает вот наушники. Конечно, я их уже поиспользовал. Это именно обзор, это не бокс-арт, не открытие. Значит, мы их уберем в сторону. По комплектующим сразу это убираем, вот эту емкость, так скажем. Здесь нас встречает силиконовый чехол с карабином для фиксации. Зарядное устройство типа iPhone. Так, и инструкция, мануал. Значит, опять на многих языках. Что за что отвечает? Здесь китайский, здесь английский. Как бы людям, знающим английский, без проблем будет это все понять. Но и так, что не являются водонепроницаемыми. Так, и техническая информация. Это мы сразу убираем. Не пригодится. Значит, ну и шнур тоже. Сразу фиксируем на чехол. Все. Все открыто, все видно. Карабин рабочий. Открываем. И здесь вот нас встречает пара наушников. Да. Кстати, управление включения по кнопке. Вот они загорелись. И они работают. Выходы, входы. И зарядные контакты. За день пользования я недостатков не выявил, тем более, что за эту цену, и вполне их себе можно заказать, пользоваться, так как они являются именно прекрасным за свои деньги устройством. Воспроизведение звука, звук четкий. Единственное, иногда встречается рассинхронизация левого с правым, то есть звук может в левом запаздывать. Но вероятнее всего это также может связано быть с нестабильным соединением с Bluetooth. И поэтому рекомендую к приобретению, ссылку попробую оставить под видео. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!